Урок 2. Настройка аудиопараметров. Первая закладка в меню Config, именующаяся Sound Setup, позволяет настроить программу для работы с устройствами ввода-вывода звукового сигнала. С помощью закладки Inputs, отвечающей за устройство входящего сигнала, существует возможность подключения CD или винил-проигрывателей, заменив ими виртуальные. Закладка Outputs управляет устройствами вывода. В ней можно настроить вывод звукового сигнала в колонке с наушниками, а также в различные виды микшеров. В нашем примере мы рассмотрим второй вариант – Headphones, означающий вывод сигнала в колонке и наушники, что является необходимым условием для успешного и качественного сведения композиций. В закладке SoundCard следует выбрать тип используемой звуковой карты. Желательно использовать две звуковые карты, выбрав пункт Two Cards. При этом одна будет воспроизводить звук в колонках, то есть в зале, а другая в наушниках, что позволит нам во время сета аккуратно подготовить следующую композицию к сведению. Если же в нашем распоряжении есть лишь одна звуковая карта, следует выбрать пункт Mono Separated. В этом случае звуковая карта распределит выходной сигнал между колонкой и наушниками таким образом, что звук в зале «мастер» будет выходить только из левой колонки, а звук в наушниках «Q» будет слышен только в правом наушнике.